Тот случай, когда ты еще не отошел от 2020, а уже почти 2022. Всем привет, меня зовут Кэт, и вы смотрите Puzzle English. Каждый год люди по всему миру начинают жизнь с чистого листа, обещают себе заняться здоровьем, правильно питаться и больше зарабатывать. На случай, если вам тоже захочется сделать список таких планов, у нас есть список лайфхаков, которые могут помочь, и несколько фраз на случай, если вы захотите сделать это на английском. Фраза «начать с чистого листа», например, будет звучать как «turn over a new leaf». Перевернуть страницу. I'll turn over a new leaf and hope to do better this year. Я переверну страницу, очень надеюсь, что в этом году у меня все будет лучше. To start from scratch. Начать с нуля. This year I'm going to open my own business. I am starting from scratch. В этом году я планирую открыть свой собственный бизнес и начать все с нуля. To start with или to have a clean slate. Тоже начать с чистого листа, с нуля. We decided to work on our marriage and start with a clean slate. Мы решили поработать над нашим браком и начать вот как бы с чистого листа. Начать заново. To have a fresh start. Тоже про чистый лист, новый старт. Let her have a fresh start already. Да дайте ей уже начать сначала и зажить спокойно. А теперь лайфхак номер один. Поставьте все, что у вас есть, на что-то одно. Люди боятся обязательств, пытаются подстраховаться. Мы скорее сделаем несколько инвестиций, чтобы снизить риск. Но если вы хотите добиться большего, то необходимо поставить все на один вариант. На самом деле намного проще и менее рискованно сосредоточиться на чем-то одном, нежели на нескольких вещах. И да, удача возможна, но после того, как вы поймете, чего хотите, свяжите себя непосильными обязательствами, чтобы у вас не было возможности не сделать. И это поможет вам раскрыть в себе силы и способности, о которых вы даже не подозревали. Дальше начинаем действовать и избавляемся от старого. To get или to set the ball rolling. Начать какой-то процесс, приступить к действиям. I decided to set the ball rolling and take up English lessons in January. Я решила, что пора уже что-то делать и начну заниматься английским плотненько в январе. To clear the decks. You really have to clear the decks before you think of taking on any more responsibilities. To clear the decks – это очистить дека, имеется в виду палуба. Прежде чем приступить к каким-то новым обязанностям, разберись со старыми делами, очисть палубу от всего, от старых дел, от незаконченных дел и так далее. To get over something or someone. Как мы говорим, простить и отпустить. Перестать думать о чем-то или о ком-то. I'm gonna get over everything that happened in the past and have a fresh start in the new year. Я собираюсь отпустить все, что было в прошлом, и начать в новом году заново. Еще в Новый год народ обычно отказывается от вредных привычек. И тут нас ждет второй лайфхак. Упрощение и расстановка приоритетов. Вам нужно упростить свою жизнь. Без сомнения, избавляться нужно от деятельности, поведения, отношений, которые тянут вас вниз. Возможно, немного страшно отменять проект, разрывать обязательства или заканчивать нездоровые отношения. Но как только вы это сделаете, вы почувствуете невероятное облегчение. Вы свободны, свободны от оков внутренних переживаний. Для этого тоже есть фразочки. Kick the habit. Избавиться от привычки, например. She used to bite her nails, but she kicked the habit. Last year. Была у нее такая привычка грызть ногти, но она от нее избавилась. To cut down on something. Уменьшить потребление чего-то. I'd like to cut down on coffee over the next few months. Я бы хотела уменьшить потребление кофе в будущем. To cut out. Это перестать вообще что-то есть, пить, употреблять совсем. I've cut out red meat from my diet. Я совсем убрала красное мясо из своего рациона. Ну что ж, теперь у вас есть вокабуляр для списка целей и планов на 2022. Ставьте масштабные цели, устройте себе вызов и побеждайте. Всех с наступающим! От лица всего Puzzle English мы желаем вам отличного Нового года и увидимся уже в 2022.